Здравствуйте, друзья. Пятница. Я думаю, расскажу что-нибудь для тех вот наших зрителей, которые на канале Портнов Блог. Это говорят, наши наиболее такие преданные подписчики. Еду я в офис. Сейчас 3 часа. Не 3 без 12 минут, 3. 2:48. В 3 часа у меня там встреча. Вот деталей не знаю. Вот человек какой-то, они тут путешествуют из Лос-Анджелеса сюда. Вот. И, в общем, я, наверное, сниму с ними сюжетик, потому что вроде они высказывали такой интерес, что, мол, пожалуйста, можем снять. Вот. Это 3 часа. С утра у меня, я, поскольку сейчас группу начал в новом часовом поясе, да, для себя. То есть у нас обычно все уроки там в 6 вечера начинают, а тут в 9 утра. Что вообще, говоря, довольно стрёмно, потому что надо собачку сводить погулять, вернуться, там как-то себя в чувство привести в какое-то. Ну, тяжело так вот. Короче, а я уже в 9 уже там в классе. Ну, ничего, да, из дома. Я обычно уроки-то веду из офиса, а сейчас вот из дома. Ну, ладно, думаю, из дома. И сегодня был 4-й урок. Значит, там в среду уроков нет. Значит, понедельник, вторник, четверг, пятница. Почему-то так расписание сделали, не я делал. Но, в общем, сделали расписание, что 4 урока в неделю. Обычно у нас 3, знаете, а тут 4. Дело в том, что помимо того, что у меня в пятницу стрим, и еще и урок с утра, у меня на самом деле еще во вторник и в четверг у меня тренировки. И тренировки начинаются в 10. Ну, то есть, конечно, можно там как-то так вот извратиться и успеть и то, и другое. Но вообще говоря, конечно, я когда урок веду, то мне иногда хочется поболтать подольше. Вот технически там час. Ну, вообще я легко могу там и 1:40 с ними. И даже и бывает, что и за 2 часа перевалит. Ну, там есть о чем поговорить-то. Тема-то у нас серьезная, большая тут. Нет. Пытаюсь сделать, чтобы солнышко вам не светило. А, наверное, надо вот сюда в бок. Нет, тоже не помогает. О, окей. Ну, в общем, не получается, друзья. Не получается прикрыть вам экранчик. Сори. А, я могу вот что. Я могу туда, от блогера увести вот сюда, на дорожку. Будете смотреть туда, чтобы вас солнышко не слепило. В общем, стрёмненько это все получается. Единственное, что я не веду очень много, у меня начало просто на мне. Обычно я веду первые 10 уроков. То есть это я одну неделю, вот я только что закончил. Следующая неделя у меня будет, ну и еще там 2 урока. В общем, такая вот такая история. И фактически из 4 дней, когда уроки идут, 3 дня у меня какие-то вещи, вот в частности, вот стрим по пятницам, тренировки по вторникам и четвергам, как-то очень. Ну, первый раз, знаете, как-то там бывают какие-то недосмотры, дальше будем более грамотно делать. Я вообще как бы пытаюсь вести меньше уроков, и кое-что мне удалось в этом смысле, а кое-что пока нет, потому что не так просто раздать то, что я веду. Ну, не знаю почему. Ну, потому что когда поиск работы, вроде так, сложно кому-то отдать, когда первые самые уроки, когда люди входят как бы в колею, ну, тоже мне как бы важно, чтобы я там присматривал за ними. В общем, не так все просто. Ну, поглядим. Вот. И сегодня я первый раз в жизни, значит, делал стрим. И одновременно с этим, знаете, когда вебинар заканчивается, там идет такой процесс, который занимает, может быть, легко там часа полтора. Начинается такой процесс, как перекачивание видео записанного вебинара из формата вебинара в формат нормального там видео MP4, там что-то такое, я не помню, какой там конкретно. И занимает время. Вот, если б я знал такое дело, что перекачка вот эта будет конфликтовать с моим стримом, я бы из другого компьютера просто делал. У меня есть лэптоп, например, я бы стрим мог делать с лэптопа, никаких проблем нет. Я вот когда на даче, например, я тоже иногда стримы делаю с лэптопа, все хорошо. Но я не знал, и тормозило по-страшному.
зависала, подвисала, в какой-то момент вообще сбросила, и мне пришлось как бы заново начинать. Стал стрим получился из двух частей. В общем-то, довольно такой, ну, смотреть там не на что, короче, так он больше как фотка, ну, там несколько фоток, ну, нехорошо. Другое дело, что когда, наконец, это дело закончилось, вот, перекачка закончилась, то стрим как-то стал получше, то есть фактически тормозило на моей стороне. Я думал, там что-нибудь сеть там бывало раньше тоже, это не первый раз, то есть это не связано. Были случаи, когда это было совершенно никак не связано с тем, что там какой-то рендеринг происходил. Но вот тем не менее. Эй, товарищ, а че это ты тут передо мной встал-то? Уходи, туча. Тут движение такое, мне его объехать неудобно. О, смотри на него. Всякие битые утили возит. В общем, друзья, так вот насыщенно стало. Вот насколько мы во время, так сказать, вот это пандемическое, мы все жаловались, что не хватает как-то дел, загрузки, там, контактов, там еще что-то. Несутся машины, я просто в окошечко смотрю, они там так несутся. Окей. А, это он попкой хочет заехать. Ну, пусть заедет. Вот. В общем, мы как-то оказались, что называется, забизенными. Вот. Нас тут всякие дела. Завтра мы пойдем на шопинг с моей внучкой Сашей. Вот она уже такая большая. И вот мы пойдем с ней гулять. Там какой-то шопинг-молл есть, там, где они живут, недалеко. Значит, я Светлану оставлю с родителями беседовать, а с Сашей мы пойдем ее модно как-нибудь, что-нибудь ей модненькое прикупить. Вот. Ну, точнее, я-то думал ей купить бомбер-джакет, мне, я хотел. И она вроде интересовалась, но моя дочь, человек разумный очень, такой практичный, моя дочь сказала: послушай, говорит, если ты хочешь потратить на нее какие-то деньги, пойдите с ней, вот тут есть хороший шопинг-молл, и там много чего можно купить, не обязательно это будет там какой-нибудь бомбер-джакет. Ну, в этом есть смысл, тем более, что сейчас лето наступает. Ну, уже фактически вы видите, что делается. Вот, и, конечно, может быть, этот бомбер-джакет, это больше такое зимнее, такое демисезонное, не летнее, одежонка, конечно. В общем, такие дела. Вот я подъехал к нашему офису. Видите, справа наш офис, а слева одно из зданий компании Apple, вот тут с яблочками. Рабочий день, пятница, народу мало. Ну, посмотрим. К тому идет, что сейчас вроде все возвращаться начнут. Хотя наша Санта-Клара Каунти говорит, что ей там всякие штаты не указ. И они особенно беспокоятся. Вот. И я тут видел замечательный сюжет, когда людей в Нью-Йорке опрашивают, они в масках, им говорят, ну вот сейчас, говорят, можно уже без масок. Они говорят, не верю я, что-то они спешат, зачем так спешить, вот, может быть, еще поносить. То есть надо от этого дела уходить, но не обязательно так резко. Понимаете? То есть народ так привык ходить в масках, что решительно сомневается в том, чтобы, что надо бы их вот так резко отменить. Видите как? Все, друзья. До новых встреч!